Ребята, всем привет! Всем привет! Первый день в отпуске. Я не знаю, куда поедем мы отдыхать или нет. Это еще я не знаю. Это все решится во время отпуска. Погода у нас, смотрите, что творится. Сегодня то дождь всю ночь лил, то ветер, то, короче, непонятно, то солнце прячется, не прячется. А сегодня мы встречаемся с родственниками, они тоже идут в отпуск оба. Это Пашкин двоюродный брат с женой. Вот. И, короче, сегодня посидим маленько. А еще у меня тут я купила шампусик вот такой, розовый, как я и хотела. И вообще я его купила на первый день отпуска сегодня, ну, для сегодня вечером провести стрим. Вот. Короче, вот такие дела. А сейчас мы отправляемся на улицу. Я в таком платье. Еще. А вон мальчишки. Я вот так вот с пацанами, когда был, все, вот так ездили, мы тоже, я тоже купался. Кофе куплен. Купался прям в бассейн. У них вон тоже каникулы свои, бассейн. Ой, блин, я аж испугалась я. Что там? Кофе покупается. Если не сильно голову, то не ловится, а так не уходит. Аж даже на меня брызги идут. Классная погода, классное настроение. Солнце такое, да? Не сильно жарко, нормально. Для, короче, для фото делали. Пашка вообще балдеет от этих косичек. Я сегодня сделала так. Сейчас буду стрим проводить. Уже нас